Вот здесь вообще был кошмарик. А сейчас еще более-менее уже красиво. Сейчас посмотрите. Когда-то здесь был вытрезвитель, затем пункт милиции, а потом здание фактически забросили, оно пустовало долгие годы. Но родителей особенных детей это не смутило. В 2014 году они начали своими силами делать здесь ремонт, чтобы открыть специализированный центр. Руководитель общественной организации «Доброе сердце Хакасии» Елена Духмина показывает, что уже удалось сделать. Здесь наша самая большая комната, 52 квадрата. Здесь планируется школы проводить. Вот здесь вы обратите внимание, что зоны разные. Здесь у нас будет большой висеть экран для того, чтобы кинотерапию родителям показывать. И как раз выступать будут специалисты. Елена тоже мама особенного ребенка, поэтому, как никто другой, знает, насколько важно для родителей детей-инвалидов не оставаться наедине с бедой. В будущем центре такие семьи смогут получить всестороннюю помощь, встречаться с психологами и другими врачами, получать юридические консультации. Ну что еще сказать, я даже не знаю. Вот очень надо помощь людей неравнодушных. Ремонт затянулся. Родители поняли, самим никак не справиться. Решили открыть сбор помощи. В числе первых откликнулись коммерческие организации. Одна из абаканских студий танца объявила акцию «Творим добро». Члены клуба, в основном молодые мамы, не смогли остаться в стороне. В итоге для будущего центра удалось собрать 14 тысяч рублей. Каждый родитель, кто сколько мог, то есть в пределах 100-150 рублей они жертвовали в фонды детей-инвалидов. На завершение ремонта и покупку мебели нужно собрать еще 100 тысяч рублей. Вся надежда на добровольную помощь, которую может оказать любой житель Хакасии. В республике работает короткий номер 3116. Достаточно отправить смс с текстом «ДС», поставить пробел и указать сумму пожертвований. Отчет о собранных средствах регулярно публикуется на страницах в соцсетях группы «Доброе сердце Хакасии». Ольга Камзалакова, Павел Коржов, РТС. Там вывешивать на краудфандинг.